Модернизация медицинской службы идет активными темпами. Сегодня подстанции Чебоксары и Новочебоксарска получили новые автомобили. Кареты скорой помощи выстроились в несколько рядов. Всего на вооружение городских медиков поступило 39 машин. Теперь автопарк службы 03 в Чебоксарах и Новочебоксарске обновлен на 100%. Этого в больницах ждали давно. Более 90% автомобилей поступили бригадам скорой помощи 8 лет назад. Новые «Газели» оснащены самым необходимым оборудованием – дефибриллятором, кислородными масками и специальным аппаратом, который может определить пульс, давление и сердцебиение человека. Фельдшеры говорят, что эта техника значительно облегчит их работу. Для оказания экстренной скорой медицинской помощи и даже для реанимации больного пациентов все необходимо есть. Ключи от автомобилей фельдшерам вручал глава республики. Он отметил, что модернизация службы проводится с одной целью – скорость оказания медицинской помощи должна увеличиться. Машины приобретали по принципу частно-государственного партнерства. Новый транспорт поступил в республику в рамках реализации подписанного в декабре прошлого года соглашения. На покупку автомобилей было направлено более 33 миллионов рублей. После всего транспортного обеспечения мы планируем перейти к обновлению и другой социальной инфраструктуры региона за счет внебюджетных источников. Таким образом, мы планируем в республике сделать самую эффективную систему здравоохранения в Российской Федерации. Государственная политика была направлена, многое сделано, отремонтировано. Большое количество поликлиник, больниц, почти 3000 единиц оборудования установлено в наши учреждения здравоохранения. Эта работа не приостановилась, она продолжается.